А надо, чтобы... И только потом, а ты... Вареник, пизда, я не в ту сторону зашел. Вареник, где ты? Слушай, внимательно. 0-9-3. А? Ты чувствуешь просто как, блядь, сразу? Стяг комментарий и лайк. 0-9-3. Почти получилось. О, блядь, свою мать, иди нахуй, а! Ух, сука. Мне нельзя, я болею, блядь. Фух, кремота, ебать, пробрало меня полностью, я не знаю почему. Давненько я-то с кремотой-то просто не видел. Фух, сука. Да-да-да, мурашки, блядь. Вот, смотри. Смотри, смотри. Смотри, ну давай вот сюда, вот сконцентрируйся здесь, давай. Смотри, мурашки пошли. Вот пошли, вот. Смотри. Я не вижу, уже ушли они, короче, ладно, они там были. Они там были, нихера себе испугался. Я... Еще начну крутить, будет пизда. Ну, не в смысле. В смысле это. Ну, ты понял, отстань. Игра, имени разборчиво, поражала своим бесстрашием и была без преувеличения превосходной. Человек на сцене будто исчез у меня на глазах и уступил место своему персонажу. Страница оторвана. Это, наверное, в порыве страсти. Как охуенно он сыграл, что аж страницы все пришлось порвать. Ну нет, спасибо, я нет, я как бы... У меня нормальный здоровый отдых, я не пью. У меня между ролями очень мало перерывов, поэтому как бы восстановка после алкоголизма меня не особо интересует. Это не ко мне, идите нахуй сами пейте. Ясно, понятно. Сами пьют. В два горла. За себя и за Сашку, нахуй. За всех подряд пьют, смотри. За всех подряд, но это не ко мне. Опять-таки, я этим не занимаюсь. Я... Молодец. Что он такого может сделать? Убьет тебя? Но после того, что тут происходит, как бы... Вполне вероятно, шутка нихуя не смешная оказалась. Так, это то же самое место. Да ладно! Ебануться, и лампа та же самая катается. Вот это интересно сейчас. А то, бляха, она придумает каких-то темных этих там, глобусов, сука. I believe in you. Спасибо. Ёб твою мать. Я верю в тебя, она говорит. Кто ты? Ты моя партнерша по сцене? Это типа твои, что ли, платят? Да иди ты нахуй, слышишь, я один тут решил уже все играть. Мне тут партнерши не нужны. И хочет на роль мою забрать. Смотри, какая охуевшая совсем. Какая, да? Я, говорит, верю в тебя. Подбадривает меня. А я в тебя не верю, потому что ты не справишься лучше меня. Я один буду играть всю эту роль. Потом смонтажируют, там склеют с этого, срезают, срежут, что угодно. Я буду в платье, я буду в костюме. Я талантливый актер, все. Кто посетитель, а кто нет? Ну что, блядь! Пизду. Банк. Окей, ограбление банка. Ну, ты как-то неправдоподобно, если честно, стоишь. Мне кажется, ты не доигрываешь совершенно. Вот этот чувак нормально играет. Прям вот лег, не шевелится. А тебе бы надо пошевелиться, потому что ты слишком каменный какой-то. Так, хуйня, переснять. Это, режиссер, хуйня. Давай завязывай. Нужны другие актеры. Эти кастики пришли. Вот того лежачего можно оставить. Он потом на лавку сгодится. А это какой-то хуй вообще непонятный. Все, выгоняем его. Нам такой не нужен. Поехали. Это что? Это карандаши точить? Раньше были такие огромные препараты, ой, блядь, аппараты, чтобы точить карандаши. Думал, что точить карандаш это точилка маленькая. Хуй-то там. Раньше, блядь, огромными нахуй этими мясорубками точили карандаши. Я тебе 100% так говорю. Раньше было так. Так, 10-80-40. Все понятно. Это сейф. Ну, как бы, ебать, логично. Конечно же, логично. 10-80-40. Тупо на рандоме открываю сейф и смотри, красиво. Давай. Хорош, ну бля, как же хорош. 10-80-40, не зря запоминал. Не зря фотографировал. А, это не для тебя, это для него, все понятно. Да я понял, 10-80-40. Ну что, я совсем дурак, что ли? Так, 10-80-40. Красиво, ну. Ракушечка. Подарок ракушка. Древний, наверное. Давайте этот. Эйники-беники ели вареники, эйники-беники, бац. Все. Вспомнил, какую считалку. Нихуя себе. Ок.
Ничего личного, товарищи. Все, во всем виновата детская считалочка. Детская считалочка убивает людей. И я тут ни при чем. Все претензии к Энникам Бенникам, которые ели вареньки. Я не знаю вообще, кто это. Кто такой Энник, кто такой Бенник? Кто? Давай я загуглю просто такой Энник. Мне интересно, что это. Я никогда в жизни об этом не задумывался. Про Эдика и Бенника нужно спросить у Бениной матери, которые посылают. К ебени матери. Это два товарища, объевшиеся варениками и кают бедные. Все, окей. Я так и думал поначалу. Так я понял, да. Но как бы прикол в том, что я не получил ответ на свой вопрос. То, что они жрали вареники, я и без проблем без этого знал. Как бы у каждого Эйника, у каждого Бенника должна быть какая-то дословная. Нужно понять, с чего он вообще пошел. Вот есть же фраза, например, обосраться и не встать. С чего она пошла? Потому что если ты обосрался и встал, то у тебя, ну, как бы, я не знаю, по штанам, что ли, вниз потекло неудобно, грязно. Ну, допустим. Я ни в коем случае никому приятного аппетита не желаю, просто как бы. Что первое в голову пришло, то, собственно, я и предложил. Это же алфавит. Так может, так детей учили? Эник. Аник. Аник. Баник. А, нет. Что, блядь, Аник, Баник. Нелогично нихуя. Если ты думаешь, что я несу какую-то хуйню, то на самом деле нет, потому что, во-первых, в игре сейчас происходит хуйня непонятная, я просто куда-то иду. Или, может быть, это вареник, блядь, призрак вареника. Может, вареник — это человек. А может, вареник — это этот, Варя. Вот есть женщина Варя, ее называют вареник. Ее съели, блядь. Так это получается нихуя не детская считалочка, это получается чуть ли не приговор. Зачитка статьи. Что, блядь, происходит? Чего опять все повелело-то? Тебе жарко, дружище? Я помогу тебе. Я спасу тебя. Не ссы, от жары ты сегодня не умрешь. Или тебе не жарко? Я могу выключить. Я просто не в курсе, тебе жарко или нет. Если что-то, ты, блядь, вот... А, понял, и всем жарко. Смотри, один почуял холодок, пришел тоже сюда. Все ясно, пацаны, охлаждайтесь. Охлаждайтесь, остужайтесь. О, опять, блядь, этот. Сказали, это дельфин, прикинь. Нихуя. Дельфин, я не думал, что дельфины крякают. Ну, как бы дельфины, они умнее доказали, что они самые умные жители нашей планеты. Может, они и крякать умеют. Дельфины, понимаешь, они, чтобы прикинуться уткой, они начинают крякать. Хитрожопые какие. Так, с дельфинами нужно поаккуратнее себя вести, потому что мало ли что от них можно ожидать. Так, у меня персонаж надень маску, во-первых. А во-вторых, жопаны... Что? А! Что за слово? Жонаперс? Что это за хуйня? Воу! Я прям испугался, типа, ага, конечно. А так я и поверил. Понимаешь, каждый скримак, он как этот, он как вот, как промежуточный финиш. Понимаешь, вот как вот ты такой... А надо, чтобы... И только потом, а ты... Вот этот скримак, он все с тебя вот это сбрасывает. Не надо так. Слишком частые скримаки, они не к добру, они не хороши, они портят атмосферку. Трус умирает много раз до смерти? Схуя ли я трус-то? Я стоял, рассказывал историю, как эта хуйня вылезла, и чё, я трус теперь? Я тебя потрусь сейчас нахуй. Трус, блядь. Трется он. Не понял я нихуя. В смысле, что случилось-то? Кто там? Блядь, Савара, что? Есть пароль. Здесь мудрость. А-а-а. Я думал, скример. 0-9-3. Мудро, да, 0-9-3. Я бы даже хуй подумал, что если 0-9-3, то как бы тут... Открывается просто, понимаешь, третий глаз, по-моему. Вот смотри, вот сейчас вот забудь все, что я сейчас сказал. Забудь! Вот прям выбрось из головы, блин, по последние 30 секунд. Выбрось! Выбрось! Выбросил? Смотри, чувствуешь? Ничего особенного. Слушай, внимательно. 0-9-3. А? Ты чувствуешь просто как, блядь, сразу? Пиши в комментариях, что пришло тебе в голову при открытии мудрости 093. Пиши. Пиши.
Я тебе говорю, пиши! Это так байчу комментарий писать. Профессиональный байт, незаметный. 093, заебись. Я-то ни при чем, эта игра сказала. Эта мудрость мне тоже открылась, что нужно тебя забайтить и писать комментарий. Все логично. Ай, лайк поставь там, да, вот это вот. Это байт. Все, пиздец, я тебе говорю, это мудрые цифры. 093. 093. Это ж надо додумать. Никогда, понимаешь, практически никогда. Редчайшее исключение, когда я тебе говорил, напиши комментарий и поставь лайк. А мудрость открылась, сказала, надо чаще это делать. Я такой. Стя комментарий и лайк. 093. Охуеть. Только на пин-код себе не ставь, а то очень много народу будет знать, какой у тебя пин-код. То что 093 ставить, 093 на пин-код, это не мудро, согласись, хуета. Надо, кажется, было всмотреться в рисунок, потому что он вроде как весь цельной. Я только на квадратики круглые смотрел. Вот эти, которые три было. Оказывается, нужно было вообще смотреть картину в целом. Ладно, понял. О, блядь. Хуя. Со сменой едем с пацанами. Ну, в конце концов, блядь. Ну, подумаешь, такие напарники у тебя после смены. Они очень симпатичные. Ну, что ж ты, блядь. Вот эти появления пацанов за спиной вообще непонятные. Ни из ниоткуда берущиеся. Обосраться может вообще. Фух, бля. Ну да, спускаемся со смены, походу. Пацаны, можно вас вперед пустить? Я просто что-то нехорошо себя чувствую. Мне, наверное, нужно чуть-чуть... Нет? Ладно. Я понял. Мчим! Да, конечно! Я так и понял, я сказал мчим! Не надо меня есть! Иди свою плюшку, блядь, тухлую на первом этаже жри! Чё ты там показываешь мне? Что? В смысле? Где? Понял. Этот опять, дружище, наш окей, вареник. Ну заебал! Ну я ж просил тебя, вареник! Ну я же тебя попросил, ну давай не сегодня, ну я не готов к тебе, вареник! Вареник, пизда, я не в ту сторону зашел, вареник, где ты? Давайте, собственно, на этом и закончим. Мы заходим в какой-то непонятный холл, там картины, там камин, там весело, там хорошо, там кто-нибудь будет, наверное, там будет весело. На этом, собственно, все. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на Instagram, комментируйте, ставьте лайки, если не пришли, шер, ребятушки. Всем пока. Вот и конец представления, вот да, конец представления. В конце моей истории должен рок-н-ролл играть. Эта зима принесла демонов, мне душу растерзать. Боль так сильна, что я, боль так сильна, боль. Моя история началась с восхода солнца в небо.